Здравствуйте, с вами канал Свет 7, и сегодня мы сделаем обзор на потолочный светильник Utopia Round Scones Gold от дизайнера Келли Вестер. Материал основания металл, вот такой вот фактурный. В первый взгляд кажется, что это даже какая-то ткань, но светильник выполнен из металла. Сейчас посмотрим внутрь. Плафон из стекла. Внутри у нас располагаются 4 лампы. Вот, можем их даже двигать в любую сторону. С цоколем Е27. В комплекте у нас идет такой вот необычный болтик. Как раз благодаря нему мы устанавливаем наш плафон к светильнику. Сейчас обратимся к основанию нашего светильника. Давайте посмотрим длину, куда устанавливается. 19 сантиметров. Тут у нас различные отверстия для саморезов. Давайте измерим расстояние самых крайних. Справа 5 сантиметров, слева также. Сам диаметр основания будет около 30 сантиметров. Сейчас пройдемся по параметрам самого светильника. Высота около 10 сантиметров. Диаметр 23-24 сантиметра. Плафон будет еще чуть-чуть поменьше. 21. Степень пыли-влагозащиты, как у многих светильников. IP20. Лампочки в комплект не входят. Как вы помните, их 4. Ну, можем подвести итог, что данная модель — это редкая находка. Этот потолочный светильник, скорее всего, будет являться дополнительным освещением, так как рассеиватель достаточно плотный, вот. Но можно и попробовать как основное, но только при небольшой площади помещения, примерно 10 или 12 квадратных метров. Прекрасно подойдет в прихожую, в санузел, на балкон, в лоджию. Если вам понравился этот светильник и вы уже быстрее, скорее хотите увидеть его в своем интерьере, то переходите по ссылке, которая будет в описании к этому видео, и приобретайте его по специальной цене. Спасибо большое, что посмотрели это видео, и всего хорошего!